Так, это у нас новые колодки на новом велосипеде, магазины сборки. Весь велосипед мы показывать не будем. Будем просто показывать только вот это название. То есть качество сборки офигенное. Велик продолжаю не показывать. Передний тормоз удалось настроить, несмотря на то, что очень сильно кривой ротор. Погрешность минимальная, но все равно где-то притирало. Удалось настроить передний тормоз. А задним тормозом засада очень интересная. У нас стоит адаптер. Адаптер изначально стоит под чашечки. То есть здесь должны быть такие вот регулировочные чашечки. Их здесь нету. И когда начинаешь притягивать тормоз, он просто в бок выгибается и все. И нормально настроить не получается. Зато смотрите, какой дизайн, смотрите, как тут круто все сделано, отфрезеровано. То есть вообще все замечательно. В плане дизайна и красоты, и вот этих вот посадочных мест под втулку, под дропауты. И вот такой вот крутой интегрированный, прям не знаю, как это назвать, офигенный адаптер под тормоз. Но при этом он изначально говорит о том, что рама кривая. И нужно обязательно использовать чашечки. Сейчас буду чашечки искать и попробую настроить еще раз. Так, ну вот спустя 15 минут выравнивание диска, и как бы вроде все ништяк. Но тут у нас намного интереснее история, да, у нас же колесо новое, без пробега по России. Сейчас вот я попробую. То есть это как бы обод. В пределах 3 миллиметров у нас гуляет. Вот. Править мы, конечно, его не будем.